Уголовное дело в отношении Сергея Ставицкого, замминистра регионального Минтранса, возбуждено отделом по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России. Преступная деятельность подозреваемого была пресечена сотрудниками управления ФСБ России по Новосибирской области, говорится на сайте следственного ведомства. Предварительно установлено, что в период с марта по октябрь 2019 года заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области на регулярной основе получал от начальника подведомственного территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области взятки в виде денег и незаконного оказания услуг имущественного характера за способствование дополнительного получения бюджетного финансирования по заключенным государственным контрактам для выполнения учреждением плановых показателей по освоению бюджетных средств, а также за общее покровительство по службе. По версии следователей, начальнику территориального управления автомобильных дорог с подачи Ставицкого также были установлены максимальные надбавки и иные дополнительные выплаты к заработной плате. После этого, в период с октября 2019 года по декабрь 2020 года, начальник ТУАД, действуя в рамках достигнутых договоренностей, передал подозреваемому взятки в виде денег и незаконного оказания ему услуг имущественного характера на сумму более 1,5 миллиона рублей. Напомним, что с декабря 2020 года за совершение коррупционных преступлений начальник ТУАДа Михаил Чуманов содержится под стражей в рамках раннего возбужденного уголовного дела в отношении него, его брата и двоих представителей коммерческих организаций, которые работали в сфере автодорожного строительства. Расследование продолжается.